Президент Путин заявил о необходимости технологического рывка в развитии страны. Понятно, что главной движущей силой этого рывка должны стать люди. В первую очередь образованная, профессиональная, творчески мыслящая молодежь. Для этого решено готовить новые кадры, что называется, с молодых ногтей. В России планируется принять специальную программу профессиональной ориентации, а в Алтайском крае уже готовятся развивать систему непрерывного дополнительного образования в наиболее важных для нашего региона отраслях. Как сориентировать детей в выборе нужной обществу и государству профессии? Как должна потребность в кадрах сочетаться с индивидуальными наклонностями школьников и юношества? Каким образом нужно вовлекать детей в полезную для всех научно-техническую деятельность? И почему художественное развитие приобретает сегодня особенное значение? Об этом мы поговорим сегодня. Это программа «Ваша партия» и я, ее ведущий, Артем Кудинов. Ну, представлю гостей. Это начальник отдела воспитания и дополнительного образования Краевого министерства образования и науки Ольга Плешкова. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть снова. Это декан факультета довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета Николай Белоусов. Николай Александрович, приветствую вас. Добрый день. И директор Краевого дворца творчества детей и молодежи Светлана Савкина. Светлана Викторовна, добрый день. Добрый день. Ну, хочется, наверное, ко всем участникам обратиться. Ну и Ольга Александровна, вы человек, облеченный властью здесь у нас, поэтому к вам, наверное, вам первой придется отвечать. Зачем вообще нужны творческие центры для детей и юношества? И что предполагает вот этот проект, о котором президент в своем послании недавно заявил, а в принципе даже уже и раньше, по-моему, звучали разговоры об этом, который называется «Билет в будущее». Что это такое? И вот творческие центры в крае, пожалуйста. Хотелось бы начать немного с истории. В этом году, в 2018, система дополнительного образования в Российской Федерации отмечает свое столетие. 100 лет уникальнейшей системе дополнительного образования. Создавалась она в 1918 году как система центров внешкольной работы для того, чтобы в первую очередь обеспечить полезную занятость детей. На протяжении 100 лет система изменялась, развивалась сама по себе и творчески, конечно, и представляла собой наиболее гибкую часть всей системы образования. То есть не утратила своего значения сегодня, коли она сохранилась за наши дни. Ну, кстати, во всем мире, по-моему, существует ведь в том или ином виде довольно разные, отвечают совершенно разным запросам, но цель у всех одна, чтобы дать возможность ребенку уже в школьные годы постичь, познать, удовлетворить свои интересы в различных областях знаний, во-первых, во-вторых, получить те самые ранние профессиональные навыки. Поэтому система дополнительного образования, она настолько многогранна, что эти детско-юношеские центры, центры творчества, музыкальные школы, художественные школы, они потому и настолько и разнообразны, чтобы удовлетворять различные способности и пожелания, и запросы детей. И говоря, переходя к проекту «Билет в будущее», следует отметить... Что это такое, чтобы зрителям понятно было так коротко, суть его? Очень коротко, если сказать, то это наиболее, скажем, такая продуктивная часть всей профориентационной работы. Почему? Потому что ее будут вести в основе своей предприятия, компании, заводы, все, что сегодня работает, обеспечивает экономику страны. И достаточно короткие курсы, но тем не менее позволяющие ребенку не только что-то узнать о профессии, побывать на экскурсии, но и потрогать ее руками. То есть это то, что называли раньше профориентация, да, возможно? Совершенно верно. Профориентация, но в более ее глубоком понимании. Еще раз говорю, не только экскурсия на завод, а возможность ребенка на этом заводе поработать, попробовать эту профессию. Очень близко к этой теме подошли наши чемпионаты, молодые профессионалы, и уже не первый год. И Алтайский край в него включился. Развивается отделение юниоров, где ребята пробуют профессию, соревнуются в ней, происходят чемпионаты профессии. Вот в общем масштабе по стране это и будет «Билет в будущее». Хорошо, Ольга Александровна. Николай Александрович, вот вы в стенах вуза как раз занимаетесь с детьми, развиваете их инженерно-технические какие-то наклонности, способности и так далее. Я имею в виду Алтайский государственный технический университет. И относительно недавно возникший, но уже
прогремевший, я думаю, на весь край и отчасти на всю Россию, Ползуновский центр, так называемый, да, где вы занимаетесь с одаренными детьми, развиваете их способности, уже есть какие-то результаты. Вот расскажите о том, какой центр вот в той системе, о которой Ольга Александровна сейчас говорила, занимает вот эта ваша структура, ваша организация. Да, сначала несколько слов, опять же, об истории. Мы давно обратили внимание, что особенно в последние десятилетия дети, приходя в высшее учебное заведение, в общем-то, мечтают о высшем образовании, но далеко не готовы к получению тех или иных профессий, и даже не всегда еще к первому курсу они сориентированы. Нам хотелось бы, чтобы много детей шло уже с хорошей ориентацией, а может быть уже и с... Ну, Николай Александрович, я вспоминаю такую присказку, знаете, и после окончания вуза зачастую не готовы к выполнению. Потому что говорят, когда студенты приходят в вуз, им говорят, забудьте все, что, чему вас учили в школе. А когда приходят на работу после окончания вуза, говорят, вы учились в вузе? Забудьте. Здесь начинается реальное производство. Вот чтобы таких вот не возникало, я думаю, система непрерывного, да, вот этого... образование дополнительного, она и существует. Пожалуйста, извини, я вас перебил. Нет, мы в университете очень хотим, чтобы дети помнили все, что они прошли в школе, да, и нарастили свой интеллектуальный капитал у нас. Но мы, естественно, хотели бы, чтобы как можно больше детей были бы все-таки профессионально уже серьезно укоренены, как говорится, в профессии, чтобы у них было и желание... Хотя бы мотивированы, хотя бы. И желание, да, было, то есть... и страсть к обучению. Поэтому несколько лет назад мы создали Центр занимательных наук, хотели для детишек с 4 класса. Родители, в общем-то, потребовали от нас опустить возраст до 1 класса. Теперь просят 6-леток, 5-леток к нам в Центры занимательных наук, где мы, в общем-то, азам естественных наук обучаем, ну, экспериментально, на экспериментальной основе. Создали физтехшколу, ну, 3 года. А не рановато ли? 5-6 лет? Вот, не рановато. Может быть, 5-6 лет, Светлана Викторовна, можно другими вещами заниматься. Я это к чему говорю? Потому что, вы знаете, у нас вот в последнее время наблюдается такой технократический перекос, я бы так сказал, что очень много уделяется внимания технологиям, каким-то инженерным знаниям, конструированию и так далее. И зачастую на второй план отодвигаются такие вещи, как художественное творчество, художественное образование, развитие каких-то творческих, художественных способностей, да, я имею в виду танцы, пение, там, сочинение стихов, там, ну и так далее, и тому подобное. Вот расскажите, как вам видится вот художественное творчество вот в нынешней вот этой ситуации? Достаточно такой технократичный, так бы я сказал. Ну, за всю историю существования системы дополнительного образования за 100 лет, конечно, споры между физиками и лириками всегда были. О, вот вы правильно, да, правильно сформулировали. И на протяжении этой истории мы помним, что каждый пытался выставить себя главным, и что это важнее. Но для меня, как для руководителя учреждения, важно то, что у детей есть выбор. Выбор есть у родителей, выбор есть у детей. О чем говорили мои коллеги с 5-летнего, 6-летнего возраста, когда психология подростка и младшего школьника... Ну, как в 5-6 лет все-таки еще ничего не решает. Родители, наверное, он думают. Он не решает, но возможности его мышления как раз в тот момент, когда он может развиваться, для него все интересно. Мышление его может быть как раз и направлено на использование различных методик, вернее, и форм, и методов, с которыми с ним работают. Ну, еще у него интеллект, разум и чувства незамутненные еще возрастом, что называется. Он, да, он видит все очень искренне и какие-то неординарно. Все радует, да. Все радует. Интерес познания, да. Интерес к новому. Да, а уж да, если да. ему дали возможность что-то сделать самому, то это детям только нужно. То есть, в принципе, я вот, если вас правильно понял, Светлана Викторовна, то художественное творчество, вот как бы его вот никак нельзя отодвигать на задний план, потому что без него, может быть, и вот какие-то технологические вещи невозможны. Я совершенно с вами согласна, потому что вообще на протяжении этих лет в Алтайском крае очень популярно, и у нас большое количество детей задействовано в Алтайском крае, не только, например, в нашем дворце, вообще во всех территориях Алтайского края. У нас края. Сеть-то большая, это у нас совершенно же не только верно. Краевой да, дворец, вот творчество детей и молодежи, у нас же в каждом районе, по-моему, центр детского и юношеского творчества, где как раз в первую очередь вот как раз художественным творчеством-то и занимается. Что как наработан богатейший опыт использования традиций и использования вот этого базового уровня в художественном образовании,
хореографии, в вокале, декоративно-прикладном творчестве. Это же не считая еще художественных школ, музыкальных школ. Да, привести статистику. А, пожалуйста. Вы, кстати, интересно, в этой статистике, как мы по сравнению с другими регионами, ну хотя бы Сибирь выглядит? По сравнению с другими регионами, сегодня статистика строится на выполнении указов президента. У нас есть четкие показатели, в соответствии с которыми к 2020 году не менее 75% школьников должны заниматься дополнительным образованием. 34 школьников совершенно должны верно, предоставить где-то эту заниматься. Возможность. Либо у Николая Александровича, либо у Светланы Викторовны. Да, да, да. Выбор уже за ними, да? Не надо забывать. Либо и тем, и другим, да, Николай Александрович? Это в идеале, наверное. Да, хорошо, сейчас я по процентам закончу. И уже на протяжении ряда лет, вот о чем и говорит Светлана Викторовна, выбор наших школьников, родителей, он, по крайней мере, сильно пока не менялся. Порядка 28% отдают детей в спорт, и дети там закрепляются. Порядка 28% – это художественно-эстетическое творчество, это хореография, вокал, декоративно-прикладное искусство. А вот все остальное делится между собой на туризм и краеведение, на техническое творчество и научно-исследовательское, эколого-биологическое. Здесь проценты гораздо скромнее. Но и здесь стоит задача к 2020 году. Не менее чем 20% ребят должны заниматься, и мы должны предоставить им такую возможность создать условия научно-техническим и научно-исследовательской деятельности. В принципе, конечно, вот эту долю, наверное, надо увеличивать. Конечно, потому что если безусловно мы хотим делать вот тот осуществлять тот технологический рывок, о котором глава государства говорит, нужны очень специалисты. Именно. Николай Александрович, вам слово, пожалуйста. Хочу сказать. Как физику. Да? Как тут физики и лирики у нас, вот давайте как физика. Физики, да? Хотя вы философ, я знаю, по образованию. Да. Значит, последние четверть века достаточно сильно пострадала в дополнительном образовании как раз вот эта сфера технического творчества детей. Она просто пострадала. И кадры ушли, их меньше стало, и возможности развивать повсеместно центры детского творчества и технического гораздо сложнее, чем, наверное, остальных. Теперь насчет физиков-лириков, если говорить. Полгода назад мы открыли наш центр, набрали 400 детей, стали составлять как расписание. Мне всегда оказалось, извините, перебью, что вы давным-давно уже существуете, оказывается, полгода. Извините, это, да. Мы существуем давно, и кружки создавали, все. А я говорю про центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Когда нас заметили в фонде Андрея Мельниченко и предложили очень серьезную материальную поддержку с тем, чтобы мы развернулись всерьез и надолго, мы осуществили набор в прошлом году. Так вот, когда стали составлять расписание, проблемка возникла. Большая часть детей сказали, нам очень сложно вписываться в ваше расписание по причине той, что дети учатся в художественных школах, музыкальных школах, танцевальных школах и так далее. Конфликт, так сказать, спокойно преодолевается. Да. Нам нужны инженеры, которые прекрасно владеют лексикой, прекрасно знают историю, литературу, которые языки, умеют это сейчас без этого никак. Неплохо был 2-3 языка. Да. Ну, хотя бы английский, один и так хотя далее. Бы. Да. Если он еще будет ритмичен и спортивный, это уже будет это идеал. Мы об этом мечтаем. И в своем центре, кстати, вчера начались занятия уже по основам ораторского искусства. Искусство для всех детей, которые занимаются у нас в центре. Тоже вещь необходимая, потому что сейчас защита проектов каких-то, продвижение, выступления на конференциях, на симпозиумах. Без этого совершенно невозможно. Нет. А как искусство, самопредставление. Да, ушли те красные директора, которые, как говорится, без определенных слов не могли ничего говорить. А нужны люди, прекрасно говорящие, общающиеся более и так далее. Того, Артём, здесь хорошо, да. Как раз меняется парадигма. Сегодня важны так называемые soft-компетенции, soft-skills, если их правильно перевести на русский язык. Как раз то, о чем говорил Николай Александрович. Умение убеждать, умение выступить, защитить свой проект, работать в команде. Умение слушать и понимать то, что тебе говорят коллеги, соратники по проекту. Вот эти все приучения ребят к этим soft skills как раз заложены в программу детских технопарков. И там тоже есть программа по художественной культуре. Вы правильно подвели к самому главному вопросу, ключевому, наверное. Это вот открытие недавно Кванториума 22, это, наверное, самое большое не только для вас, так сказать, для здесь присутствующих, а для всего края, наверное, события, открытие вот технопарка
Quanturium 22. Расскажите, что это такое? Хотя уже много говорили, но коротко, может быть, Соглашусь с вами, что события для края действительно значительно. Мы долго к этому готовились. Уже в 2015 году наш губернатор подписал соглашение о том, что Алтайский край вступит в этот проект. Год мы посвятили выбору квантумов, так называемых. Это образовательные направления. Мы подбирали их с учетом развития кластерной экономики региона для того, чтобы вот эту цепь непрерывного образования... То есть наших особенностей региональных, экономических, социальных и так далее. Поэтому был учтен и биоквантум, где будут развиваться и биотехнологии, и агротехнологии, в том числе и аэроквантум для наших исследований полей, рек и гор, для того, чтобы ребята тоже могли включаться вот во все эти нужные для края проекты. Ну и еще целый ряд образовательных как туда вот попасть? Я понимаю, что там достаточно серьезные бюджетные деньги были потрачены. Ведь там выстроили здание, отремонтировали. Как, кстати, это здание, помню, его строили как в свое время при губернаторе Сурике, как энергоэффективный дом. Где-то на Папанинцев, по-моему, да? На Папанинцев 113. Да, и в итоге бросили. Оно стояло долгие годы брошенным. По-моему, одно время политех хотел его забрать, как библиотеку свою. Но в итоге появился вот такой технопарк. Это опять же предложение Александра Богданча, чтобы именно это здание было использовано. Тот дизайн, который... Ну, оригинальное, круглое такое, да, со скошенной крышей. Он, в принципе, отвечает и самой идее детского технопарка. Круглый стол, проектно-командная деятельность. Это как раз вот все, что в кругу, это все сегодня работает. Как туда попасть? Вот все услышали, наверное, в новостях. Вот, к примеру, захочет какая-то семья делегировать своего, так сказать, отпрыска, да, или девочку, или сына, там, или дочку. Как туда? Привести за руку? Ну, там, наверное, Можно привести за руку, можно для начала заполнить анкету на сайте Квант-22, специально разработанная для ребенка школьного возраста. Мамы и папы могут помогать, включаться в этот процесс, заполняется анкета, которая позволит потом преподавателям детского технопарка определить все-таки склонности, наклонности, интересы. Но вы всех берете? Ребенка. Или все-таки есть проектная отбор какой-то? Проектная мощность нашего технопарка – тысяча бюджетных мест. Но надо понимать, что, во-первых, действительно у ребят, проявив изначальный интерес и попробовав себя на нескольких занятиях, кто-то скажет, это не мое. Кто-то, наоборот, закрепится и будет и в том, кто-то и в другом квантуме. Кто-то к Николаю Александровичу уйдет, может быть. У них совершенно тоже там база верно. Своя есть. Да, поэтому программы технопарка, они таким образом разработаны, чтобы было несколько ступеней. Ознакомительные программы, экскурсионные программы, программы выходного дня, инженерные каникулы, программы, которые будут предполагать участие и папы, и мам. Есть такие проекты, папа-сын называется, или мама-дочь. То есть вот это все для, скажем, массового обучение в детском технопарке, а ребята, которые уже проявляют себя в тех областях, которые они выбрали, есть какие-то достижения, они становятся на постоянной основе. Важный вопрос. Вот нас смотрят сельские зрители в сельской местности. Они-то могут, вот скажут, опять все вот построили, и все для горожан, а мы как бы опять отсечены, и вот тот же Ползуновский центр, да, опять все это в городе, вот опять для горожан, для городских ребятишек. Они и так в более выгодных условиях по ряду причин, да? Артем, есть ответ. А вот могут они? Могут. Ведь я слышал, губернатор даже говорит о том, что чуть ли не интернат там какой-то создать. Что ребятишки приезжать могут и обучаться. Задачу такую мы поставили и сами перед собой, и губернатор нам эту задачу поставил. Масштабировать проекты детского технопарка. Ну, здесь как и движение. Масштабировать это значит переносить куда-то в территории края, да? Технопарк, так и из технопарка. Да, то есть сегодня уже разработан целый ряд программ. Во-первых, это передвижной технопарк, автобус мобильный. Сегодня 10 таких автобусов Росквантуриум уже закупает. В течение 2-3 лет мы этот проект у себя в крае тоже реализуем. Вторая вещь. Детский технопарк разработал урок технологии Квантуриум. То есть это спокойно может прийти в каждый класс, в каждую школу. Ну, для этого потребуется год-два. Третье. Мы можем открывать филиалы, и один из которых уже у нас в разработке. Где, оптико-лазерный центр в Змеиногорском районе. Мы открываем по трем направлениям. Там интересно. И место само по себе, и объект сам по себе очень интересный. И программа есть «Космо-квантум». Также мы сделаем там айтишников, аэро, чтобы они сопутствовали. Хорошо, Ольга Александровна, понятно, пока вопросы... Скорее всего, мы идем этим же путем. У нас филиал нашего центра открыт в Рубцовске, на площадке Рубцовского индустриального института. И сегодня, я поздравляю бичан, сегодня наш филиал открыт на площадке в Бийске, на площадке БТИ. Мы присоединяемся. Поздравляем. Молодцы. Вот, знаете, все это замечательно. Да. У нас как бы так вот прямо какая-то такая пафосная нота, бравурная. Я бы хотел немножко
как бы добавить дегтя. Да, я проблема поговорить. Вот, Николай Александрович, вот у вас буквально на днях состоялся чемпионат по робототехнике, да, на площадке Государственного технического университета. Я замечательно к этому отношусь. Но вы знаете, меня иногда удивляет такая вещь. Вот изобретают роботов, ничего тут такого нет. Вот каково их практическое применение, мне не очень понятно. И в то же время я вот просто напомню, что есть очень простые насущные проблемы, которые волнуют людей. Например, гололед на улицах, сосульки, падающие с крыш, да. И я в связи с этим недавно вот удивился, что ижевские школьники из простой школы, чуть ли не сельской, под руководством своего учителя труда изобрели такой очень простой, значит, оборудование, такой прибор, который чистит тротуар от гололедицы. Почему наши школьники, и в том числе это к кванториуму вопрос, а почему бы не заняться вот не по полетами на Марс, там, изобретениями роботов, которые уже давным-давно изобретены, а решением каких-то конкретных проблем. И вы говорите о связи с производством. Предприятия ЖКХ могли бы заказчиками выступить. Этот прибор стоит 6 тысяч рублей. Работа нашего центра, вообще-то, сводится не только к робототехнике. Робототехнику мы не оставим. Да. Это святое. Это будущее наше. Нет. Это была региональная, краевая олимпиада. На нее собирались школьники со всего Алтайского края. Это нормально, хорошо, естественно, надо было дать возможность, и мы дали эту возможность вместе с Министерством образования детям показать свои достижения, которые они за год добились. А в нашем центре, во-первых, мы хотим, чтобы вузы шли, во все вузы, в том числе и в наш, шли дети, очень хорошо знающие естественно-научные, в смысле владеющие знаниями естественно-научными, поэтому у нас глубокая подготовка естественно-научная. Химия и физику мы начинаем с 5 класса и по очень сложным программам. С тем, чтобы дети к выходу из школы уже, в общем-то, достигли бы приличного уровня. Это во-первых. Во-вторых, программы наши, они практикоориентированы. Угу. Одновременно с первых дней мы приступили к разработке проектов, которые могли бы возглавить ученые технического университета вместе с детьми. И конкурс «Ученых будущего», ну, это всемирный конкурс, мы были площадкой российской 2 года подряд, показал, что наши дети решают, которые в центре обучаются, и которые самостоятельно с родителями, и в других центрах обучаются, они вполне сориентированы на решение конкретных земных проблем. Вот решите, Ползуновский центр, кванториум, ну, решите эту практическую задачу. Гололед, сосульки, снег на голову. Ну, кстати, смех-то смехом, но люди гибнут, ломают руки, ноги каждый год. И вот такая, казалось бы, простая задача, она не может быть решена. И тут как раз вот дети и подростки с их незамыленным глазом и свежей головой может помочь в решении. Мы все роботы, полеты на Марс, там какие-то практические задачи. Можно ли? Вот ижевские школьники взяли, решили. Школьники. Давайте будем считать, что мы получили заказ. И, кстати, вы говорите о связи с производством. Пусть Министерство ЖКХ, у нас есть такое строительство, транспорта и ЖКХ, предприятия выступят заказчиком, а вы разработаете, готовы на уровне, как там, промообразца, да, по-моему, так это называется? Это и есть, собственно, сделайте. Одна из идей детского технопарка. Он работает как взрослый, то есть формируется целый круг резидентов, заказы и научно-производственные проекты под руководством и заказчика, и наших педагогов. А участники проекта могут заработать деньги и понять, что важно не только обладать знанием, я так понимаю, но еще уметь его коммерциализовать, как сейчас говорят. Я расскажу те проекты очень коротко, которые ребята представляли на открытии. Да, вот, пожалуйста. И, Николай Александрович, вам тоже есть что сказать. Тоже социальные проекты. Один из школьников изобрел и сделал этот образец, как вы говорите, конечно, с применением и робототехнических знаний, и других механизм, который помогает ребенку с ограниченными возможностями возить за собой портфель, условно говоря, и поднимать по лестнице и так далее. Дальше он будет развивать эту тему, и этот механизм будет запускаться с мобильного телефона. То есть тоже вполне реальная социальная задача. Другие ребята облегчали труд сельскохозяйственных рабочих. Третьи ребята готовили, как отсортировать картофель при посадке и так далее. То есть действительно реальные проекты, вот, не только космические. Ольга Александровна, Николай Александрович, то, что касается вот технических центров, каковыми являются вот наследники Ползунова и Кванториум, вот есть реальная задача максимально механизировать труд коммунальных работников. Например, очистка пыли, листьев, снег, гололед, сосульки, крыши.
Ну, придумайте целый спектр, разработайте каких-то простых, недорогих инструментов, а то у нас сейчас дворники метла, лопата, лом, все. Ну, вот это же можно сделать. Нас дети увидели, услышали. Я думаю, так уже дети, через... вы их сориентируете правильно. Они нас подтолкнут к тому, чтобы мы возглавили эти работы. Потому что дети, чтобы и наследники Ползунова, и Кванториум, не просто парк аттракционов был, центр развлечений, куда приходят, поигрались, там все здорово, компьютеры, все казенное, все бесплатно. Ушли, а чтобы практическую пользу какую-то приносило. Ну, Светлана Викторовна, с вас практической пользы требовать, конечно, сложно, потому что вы по другому ведомству вообще. И там и философия, и психология другая. Но, тем не менее, без вас никуда. И вы знаете, все-таки тут, если уж о ложке дегтя зашло, и о проблемах. Вы знаете, мне кажется, все-таки и вот в вашей области очень многое делается по старинке. Вот если сейчас у вас приходят новые технологии, какое-то новое оборудование, а вот в сфере художественного творчества, по-моему, вот, может быть, что-то тоже нужно менять? Есть такие возможности? Чтобы дети с удовольствием тоже занимались этим? Ну, Артем, я немного не соглашусь с понятием. Вот, не согласитесь, я же по не претендую. По старинке, да. Я хочу заменить термином все-таки традиционно. Да, да. Потому что если касаться конкретно программ дополнительного образовательных программ художественной направленности, это хореография, вокал. Здесь мы базируемся... Изобразительное искусство. Изобразительное искусство, декоративно-прикладное, даже цирк. Мы ориентируемся на определенную базу. И хореография не может быть изменена и использованы там технические средства обучения. Конечно, при передаче, например, онлайн-трансляции мы используем при сетевом обучении. Но компьютер не научит ребенка использовать хореографические позиции или постановку голоса и так далее. То есть мы используем очень богатую и очень значимые традиции художественного развития. Не только о компьютере или о каких-то технических вещах, но какие-нибудь, может быть, педагогические новации, конечно, да? Здесь я с вами может соглашусь. Быть, какие-то новые формы работы вообще. Соглашусь с вами, так как все равно как бы... Чтобы у нас танцы-то опять как там, белый верх, черный низ, эти гольфики белые, и коленки прыгают. Вот они должны... Да, прям обидно. Ансамбли море, и все они на одно лицо. Бантики, бантики вот эти вот, да. Я прям хотела бы возразить. Все-таки гуманитарное развитие – это процесс роста возможностей ребенка, роста. И, конечно, инновации могут проходить через содержание дополнительных образовательных программ. Потому что, конечно, то, что мы обучаем и сохранили по крупицам традиции, историю и развитие русского танца, например, в Алтайском крае, это очень важно, везде теряют, например, навыки, и других направлений. Ольга Александровна, буквально на прошлой неделе, буквально недавно, да, краевое правительство обсуждало программу создания в нашем регионе системы непрерывного профессионального образования в тех сферах, в первую очередь, в тех сферах, которые имеют особое приоритетное значение для социально-экономического развития края, для социальной сферы, для реального сектора экономики. Вот коротко расскажите, ну, у нас приоритетно это и промышленное производство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, лесное хозяйство и так далее. Расскажите, что это за программа в самых общих чертах? Она только как бы в начале пути, я так понимаю, еще. Знаете, но тем не менее. Не скажешь, что мы в начале пути, и губернатор это подчеркнул. И, конечно, много сделано, да, что программа сама. Да, вот в Алтайском крае выстроена система, необходимо было только привести ее к единообразию, стандартизировать и выработать такую модель непрерывного образования, которая ложилась бы легко на любой вид. Говорим о лесничестве, пожалуйста, применимо. Говорим о строительстве, эта модель применима. И отрадно то, что системе дополнительно образования в этой системе непрерывного образования отводится, ну, почти главенствующая роль, потому что именно в период обучения в школе ребенок может, постигнув, освоив различные программы дополнительного образования, мы сегодня только часть успели охватить, поскольку этот разговор многочасовым может быть, попробовав себя профессии, во-первых, он сократит, как отметил Александр Богданович, 3-5 лет на самом старте своей карьеры ненужных, это то, о чем говорил Николай Александрович, то есть он не пойдет учиться
учиться туда, где потом он не собирается работать. Это первая цель. И вторая цель – это горизонтальное образование. То есть сегодня молодой человек, профессионал в будущем может получить сразу целый ряд профессиональных компетенций для того, чтобы наиболее успешно проявиться в одной или нескольких профессиях. Хорошо, понятно. Напомню, сегодня мы говорили о непрерывном профессиональном образовании, ранней профориентации детей, получении ими практических навыков, умений, знаний, так, по-моему, да, педагогика формулируется, которые пригодятся им в их взрослой жизни. Понятно, что для того, чтобы весь этот багаж был востребован, нужно, чтобы в Алтайском крае появились современные рабочие места с высокой зарплатой, достойные условия жизни, жизненные перспективы и гарантии профессионального и карьерного роста. Чтобы молодежь, получив отличное образование на Алтае, не искала лучшей жизни где-то в других краях, приносила пользу и добивалась успехов здесь, у себя на родине. Это, по-моему, основная задача. Пока, к сожалению, с этим есть проблемы, но надо двигаться вперед и решать вот эти проблемы, о которых мы сегодня говорили, и не быть пешками в этой жизни. Всего доброго. Встретимся через неделю. До свидания.